зовут Дикое дитя. Это мой ребенок, который ловит обед. Ну давай, давай, лови. Все правильно. Что ты ешь? Мясо. Где ты был? Фомо прискакало, да? Как это не поймать? Лови лучше. Улетают, да? Ну ладно. Жалко. Папа, помоги. Нам нужны не крылья, нам нужна сеть для того, чтобы их ловить. Медленно подкрадываться. Смотри, как котик. Сейчас папа научит. Если Илья сейчас поймает голубя, я просто буду в шоке. Но дело в том, что Илья реально может поймать голубя, я знаю. А еще Илья, я никогда тоже не говорила об этом на канале, но Илья умеет имитировать звук голубки и приманивать голубей. Вот. Такой у меня талантливый муж. Да. На палочку ставишь, вот так вот, чтобы он стоял. И к палочке привязываешь веревку. Голубь подходит, кушает хлебушек, ты дерг за веревочку, палочка вырывается, и ящиком коробу этого голубя накрываешь. Ты все поняла? Ящик пойман. Передача опыта прям в реальном времени. Илья, ты хоть раз ловил так голубя? Да. Серьезно? А дедушке Вове мы научимся там ловить. И голубей, и всех, да? Конечно. Короче, ясно. И дальше воробей. А мне кажется, голуби не очень умные, их можно руками поймать. Ну, попробуй. Вот этими ручищами сейчас наловлю голубей. Они притворяются. На суп. Между прочим, бабушка Вика мне рассказывала, что они ели голубей. И не помню. По-моему, говорила нормально. Не, ну их едят, это же больших голубей. Но сейчас они, по-моему, в Красной книге, этот вяхи. Я не знаю. Это ты у меня все знаешь, я ничего не знаю. Понечку, подходи. Тебя шарик, слишком ярко, давай начать. Иди сама. Прогись, прогись. Почти. Вот столечка не хватило. Я думаю, дело в том, что у тебя нет крылышка, Вероника. Если бы у тебя были крылышки, ты бы поймала. Да. Это очень странное заявление, очень спорное. Хватит его когтями. Как коршун, что ли? Да. Ты смотри не красивого, а самого жирненького. Вероника, вон, смотри, где я тебе покажу что-то. Смотри, как голубь мальчик пытается дружить с голубем девочкой. Вон они, смотри, ходят. Ты думаешь, что надо показывать поет ребенку? Видишь, как поет? Видишь, как он поет, идет. Переживаю за их отношения больше, чем за свои. Пошла на охоту. Они знают. Она такая упорная, она вообще не сдается. То есть она решила, что будет ловить голубя. Я не знаю, зачем он ей нужен. Давайте, гули-гули-гули-гули-гули. О боже. Пойдемте отсюда. Слушайте, этому ребенку не нужны аттракционы вообще. То есть она настолько увлечена. Ни о чем, и без обеда сегодня, Вероник. Загоняй на меня. Ой, мамочки. Давайте, я их с этой стороны. Как тут интересно в парке. Смотрите, что здесь происходит. Ничего себе. Карась ускакал. Давай, Вероника, подсекай. У нас что сегодня, уха на обед? Ну, что, мы с вами продолжаем. И мы хотим рассказать вам о тех людях... Я думаю, которые летают. Но... Вероника, нужно ловить, которые летают. Вероника на результат работает. Ей все равно, летающий надо ловить или нет. Опа! Опа, отлично! Здорово, вообще, здорово, даже здорово. Не чиркнула. Умница. Перехвали. Прицелься, не торопись. Не торопись, не торопись. Опа. О! Я очень хочу пострелять. Если мне Вероника разрешит, конечно, можно я пойду постреляю? Можно у меня тоже будет праздник? Да? Спасибо. Что ты выиграла хоть? Покажи. Что там? Давай смотреть. Леди. Как? Бак. И Мишка. Супер.
Сука, ты пристреляла, что ли? Все, можешь стрелять. Все. Ксюш. Ксюш, ты неплохо выступила, Ксюш. Спасибо. Вот это тебе повезло. Не так уж плохо, мама. Я вам показывала свое серебро с Алиэкспресса. Мне до сих пор приходят 3 месяца назад заказанные всякие цацки. Это бижутерия. Это цепочка. Кто-то у меня видел ее в влоге. Вот эта часть надевается на шею. Потом, вот как бюстгальтер, представляете себе, она там обхватывает грудь, просто тут запуталась, я никак не могу ее распутать. И застегивается сзади на спине, ну вот как бюстгальтер. Смотрится очень прикольно, можно надевать на купальник, как угодно. Я надеваю прямо под одежду, и мне по кайфу. Это, знаете, очень интригует, куда уходит эта цепочка, неизвестно. Значит, вот такая еще цепочка, она пришла буквально вчера, я еще ни разу ее не надевала. Эта часть надевается на шею, потом есть 3 гигантские стразины, и вот эта часть должна у вас надеваться, ну, застегиваться на спине, да, то есть между груди. У вас вот такая вот цацуля. Ну, прикольно, надену как-нибудь. Мне нравится, что она, знаете, такая светлая по сравнению с вот этой. Вот это тоже была светлая, ее надо почистить. Плотный контакт с телом, и, конечно, темнеет вся эта история. Я заказала себе обманки в нос. Это средний диаметр. И не поверите, то ли я взрослею, то ли я старею. Я их надела, и такая, нет, не мое. Ну, я еще, может, как-нибудь под какой-то образ попробую, но пока, мне кажется, это как-то избыточно и очень стрёмно. И смотрите, вот видите, с какой-то котской сережки. Это я заказывала набор геометрических сережек. Они все очень неаккуратно сделаны. Наплывы металла. В принципе, видите, вот какая сфера, не сфера, круг. Неровный. И вот все сделано очень-очень плохо. Посмотрите, даже вот неровно приклеен этот кубик. То есть задумка хорошая, да, то есть это геометрия, но так сделано топорно, очень грубо. И вообще, то есть даже есть какие-то такие места, где она просто царапается. Вот, так что вот это я вам точно не советую. А вот эти цепочки, это вообще круть. На лето то, что нужно. Я снимаю это видео на солнце, на очень ярком, для того, чтобы показать вам свой цвет волос и реснички. Ну, реснички-то плохо показывать. Мама, ты покажешь мое лицо? Да, давай, показывай свое лицо. Ты кто? Леди Баг. Да. Вероника сказала, что ей нужен макияж Леди Баг. И мама сделала макияж Леди Баг. Да, иди по бордюрам. Итак, из последних новостей. Я нарастила ресницы. Это была скорее нужда, чем мое желание. Ну, так, мне, в принципе, нравится. У меня самое классическое, самое скромное наращивание из вообще всех возможных. То есть у меня очень-очень скромные глазки. Без всяких вытяжений там. И длина у меня 9. Осторожнее, дочь, можно мама отлепит волосы от губ. И длина у меня 9. И все. А, и 11 в одной точке. То есть все, очень все скромно. Цвет волос у меня теперь шоколадный. Мне нужно было избавиться от красноты. Да, Леди Баг? Да. А тебе какие у мамы волосы больше нравились? Красные или как сейчас? Как сейчас. Умница. Дочка всегда знает, что сказать, потому что все остальные мне говорят, у вас красным было лучше. Вот такие дела. Я готовлюсь к выступлению. У меня сейчас очень много репетиций. 4-5 репетиций в неделю. Вот. И это достаточно сложно, учитывая то, что я остаюсь
мамой этой прекрасной девочки, женой, блогером и вообще очень активно веду свою какую-то социальную жизнь. Итак, я забыла сообщить самую важную новость. Вот это чудо пошло на гимнастику. С танцами у нас не заладилось, мы занимались ими, но не срослось. И вот теперь у нас гимнастика. Тебе понравилось на гимнастике? Да! Нравится заниматься? Да! Я так радуюсь. Вот, так что теперь у нас еще и гимнастика. Из последних новостей у нас появился вот такой вот новый житель. Мы еще не дали ему имя. Я склоняюсь к имени Антон. Вероника, наверное, внесет коррективы. Мы взяли у мамы кактус. Ну, как взяли? Вероника взяла, сказала, будет о нем заботиться. Очень интересно, как она будет это делать. Ну вот, теперь у нас живет кактус. И если у нас погибнет еще и кактус, ну, я не знаю, я вообще разуверюсь во всем на свете, потому что Роза погибла. Помните эту тотальную пересадку? Мы боролись за ее жизнь, чего мы с ней только не делали, ничего не помогло. Роза погибла. Пускался тебе с небес, когда на юге.